Мы продолжаем рассматривать проект ELAP Network. Зачем покупать жетоны ELAP? Собственный торгуемый цифровой токен, который можно использовать в качестве валюты, и предоставление доли в собственности, практически нет комиссионных за сделки с недвижимостью. Использование блокчейна криптографически безопасно, регистрация распределяется по всем узлам системы. Примите участие в розыгрыше призов, чтобы выиграть дом в Великобритании. Правила и условия применяются. Начался первый этап. Из 500 миллионов уже продано 418 тысяч токенов. ELAP Network будет проводить OIO, предложение по книгам заказам. Для инвесторов это более безопасный способ участвовать в продажах токенов, а также увеличить возможность покупки и продажи токенов ELAP. На первом этапе цена за токен будет 0,005 за токен ELAP. Общий объем поставок 100 миллионов ELAP. Этап второй. Всего будет 10 миллионов ELAP. В этапе первом 10 миллионов, в этапе втором 60 миллионов ELAP. Первый этап будет проходить 6 августа по 6 октября 2019 года. Второй этап с 10 октября по 10 декабря 2019 года. Более подробную информацию смотрите на официальном сайте проекта ELAP.net.